Миша, Нарок, Бунасяра. Салут, Бунасяра, всем привет, Хош Гелденс. Нарок, Нарок. Да, ну вот мы говорим, что месяц уже в войне, то есть очень много говорили о позиции в Гагаузии, но все равно не хватало чего-то. Мне кажется, когда мы говорим о каком-то народе, да, то есть всегда мы должны это связывать с позицией властей, и только сейчас, спустя месяц, Башкан Гагаузи, Ирина Влах, высказала свою позицию. Да? То есть ее... Она не ее в шок саран ситуац. Она вреды, да. Да. Что интересно, Ирина Влах высказала свою позицию, ну, как знаете, тот беглый кролик. Ни туда, ни сюда. Непонятно о чем, непонятно кому, непонятно зачем. Она высказала это в эфире на государственном телеканале, гагаузском телеканале. Я не вставил этот видеомомент именно потому, что обо всем и ни о чем. Можно ее процитировать, но важно обратить внимание на то, что она не упомянула слово «война», она не упомянула слово «Путин», она не упомянула слово «Россия», она не упомянула слово «агрессор» и она не упомянула даже слово «конфликт». То есть... Я уже какой-то вывод делаю, что мне непонятна ее позиция, и я думаю, мало кому она понятна, потому что единственное, что она сказала, это то, что если есть лидеры, от которых должен зависеть мир, они не должны перейти к разговору и оставить язык оружия. Язык оружия, хочу обратить внимание. Астакашком, Миша, ноем фимартори уни виоленти касничи, да, урыты, урыты, урыты. Хай садмитим к социу, есть чел, кара плика виоленца. Да вечини ин лок с бата ларма, с лдумерянска пе эста, с суне полиция спуни, хайдет са не ругам, пэртиле са симпачи интри еле. Шунде фост оптани на урма. Unde ai fost tu, Irina, 8 ani în urmă? Nu, dar serios, Irina Vlah e printre aceiași tagmă oameni care, că am găsit o poză, dar eu s-a întâlnit de mai multe ori și a plecat la Moscova împreună cu colegii din PSRM, s-a întâlnit, l-a văzut pe Putin, l-a, nu știu, dacă ne roasă de la dânsul la așa distanță, s-a asigurat că e om. Cum băi, să apari pe panouri, ții minte, erau panourile astea publicitare când e candidat în Gagauzia lângă Putin și cum să nu vrei după asta să-l suni pe omul ăsta să-l întrebi? Măi, e că tu să ai un prieten nata, da? Să zicem că Putin ți era prieten sau ții. N-aveai să-l suni, să-i scrii, măcar un hară, ue, nu? Măcar un emoji ceva, nu știu, o vânătă de trimesului sau și spate de trimes ca emoji. De ce oameni ca Irina Vlah, care spuneau panouri publicitare în campanii electorale că sunt prieteni cu Rusia și cu Vladimir Putin, am nu scot un cuvânt despre ce face Putin? Pentru că Irina Vlah în continuare foarte tare speră а вось перепадет с обеих сторон. Олепцик и белоевропенец, и кищи ништи грантури. Олепцик и руши, а с мой тримит еще ванжутуари. Пенпши треба с ей партия куйва. Дак пот стай к курундоу лонтри, ждин туатис принять к тюляка. Минунат. Таман ши ела, да, врэм со спун. У меня есть еще теории, почему. То есть, в первую очередь, если она поддержит Путина, то все, она может сразу уходить, ее карьера сломана, она больше не сможет европейский грант подать как мои деньги, да, то есть, как это принято в Гагаузии. А с другой стороны, если она сейчас скажет, что Россия агрессор, она тоже может сразу уходить, потому что в Гагаузии народ ее сам уберет. Я говорю, я хочу, чтобы все сами убедились. Спасибо большое Европа Либера за то, что подготовили очень информативный вокс, немножко печальный для меня из Гагаузии. Ты хочешь нам показать, чем дышит Гагаузия? Именно, да. Андрей, да схватишь да, да. По ноги на месте. И мульт для пасапи бутания. Я сфак фуллскрин шпирма. Аша. Да, кыт и дал плей, Миша? На урмы? Да, очень хорошо будет показать прям до конца. Окей. Я не думаю, что Россия напала на Крым, что Россия защищала свои границы. Судя по новостям, они бомбят только военные точки. Я не думаю, что Россия могла бы бомбить жилые части. Там, конечно, сейчас очень сильно бомбят. Чересчур заводы. В 2 километрах от нашего дома тоже взорвался завод. Это не война. И спецоперации. А если бы война была, хуже было. Спасибо Путину, что он старается. И он сюда тоже придет. Потому что мы хуже живем.
неделю спишь в подвале и слышишь, как бомбят, когда дети плачут. И ребенок говорит: мама, я хочу жить. Это очень тяжело. И ребенок говорит: мама, мне только 10 лет, и я не хочу умирать. Я Путину благодарна, я за него. Вот он что делает, вот это правильно. Может, да, это нехорошо, гибель людей, вот это все. Но он думает наперед. Ай, думает передом, дамы. Когда готовился к этому выпуску, думал, то есть, что мне сказать после этого момента. Как всегда, то есть как-то это перевести в хихи-ха-ха. Но для себя я решил, что, наверное, в первую очередь после этого репортажа, после того, как нету официальных заявлений от Ирины Влах, вот я бы хотел извиниться, наверное, перед украинцами в первую очередь, не за тех, да, то есть людей, возможно, которые бы не хотели, чтобы я их представлял, так как они меня называют проевропейский. Но за тех людей хотя бы, кто смотрит, да, из гагаузов, у кого другое мнение. Это все очень хочется, то есть, винить пропаганду, которая столько лет находится на территории Гагаузии и функционирует так. Хочется винить всех вокруг, кроме себя. Но ситуация есть, какая есть. И очень жаль, что так получается. Но это опять же не значит, что да, то есть все гагаузы, все русскоговорящие в Молдове – это люди, которые поддерживают Путина и считают, что он делает все правильно. Да, то есть... Я считаю, что ты прав. Не все гагаузы так думают. Не может быть так, чтобы все думали одинаково. Но почему все-таки не слышны те, которые думают по-другому? Надо сделать так, чтобы те, которые думают по-другому, чтобы их стало слышнее, лучше и больше. Таким образом, остальные не будут чувствовать себя настолько шумными, понимаешь? В этом-то проблема, что, к сожалению, те, которые думают вот так, как мы сейчас показали, их все время показывают везде, в репортажах. А где остальные? Где они? Если они смотрят другие новости, они же могут высказать свое мнение. Нужно понимать, конечно же, что это меньшая часть, и, как правило, наверное, это люди, которые не особо говорят на публику из-за того, что они боятся, что их будут притеснять, потому что их меньше, потому что до сих пор, мне кажется, они боятся выражать свои какие-то проевропейские позиции. Очень странно получается ситуация, что все хотят жить как в Европе, все хотят получать зарплату как в Европе, все хотят хорошее будущее для своих детей, все хотят, чтобы все было стабильно, хорошо в Молдове, но все боятся геев, и поэтому любят Путина. Потому что Путин мужик, Миша, самый зыс требует компарат ракеты, так я ж мужик, трясай ракетен кассы. Давай отсурмарить, я канаты, время вспомнить время. Миша, очень важно, когда Путин обращается, да, мы сказали, он говорит наркоманы, неонацисты, слова, которые запоминаются легко. Да европейний, сау НАТО, винку. Кондамнем инчел май ферм термин посибил акцюнли. Сине саскулти аста. Нет, брат, мэй. Байден лунумит криминал де разбой. Окей, принтро дечизи, принтро вот, криминал де разбой. Шай везут кому лумен гагаузия дедата. Опс, да, блин, я пойдем унул май сусцин. Так, мэй, экзиста сам не обочи. Все равно есть люди, которые, да, то есть помогают сейчас гражданам Украины. Мене визито дамне рефуджіати ін регіоні, ін автономія Гагаузи. Ку ажутору є, і ку месажелі, пікар я ар птя селі розпандяска, вамні сар птя селі скімбюм пік візіоне. Я не думаю. Я не думаю, потому что люди хотят верить в то, что они хотят верить. Если какой-то человек придет и просто скажет, а вы знаете, вот там вот так вот, его лучше обвинят, что он все придумывает, потому что так сказали по «Россия-1», нежели они поверят живому человеку. И... То есть так люди живут годами, и я не считаю, что ситуация изменится. И мы должны быть оптимистами, поэтому ты вместе с нами интернет угроешь. Возможно, мы еще не как центральное телевидение в Гагаузе, но это уже больше, чем ничего, Миша. Поэтому не надо так пессимистично относиться к своему народу. Наоборот, надо стремиться к тому, чтобы к этому народу поступило как можно больше свежего воздуха. Но и когда совем Ому Ностру, интернету греешься на сайбе Ому Ностру на Дунаре популярен Гагаузия, а тут сейчас начнется подеваратель с кем берешь. Миша,
pregătim platforma electorală. Миша, скажи, пирог, да че тебе плакут цин интервью Луи Серебрян? Да, я посмотрел его интервью, мне очень понравилось то, что говоря о Приднестровье и о взглядах Приднестровья на Европейский Союз и на вступление туда, он сказал, что у него гораздо больше оптимистичных взглядов на Приднестровье, нежели на некоторые районы на юге. Wow. Естественно, я думаю, мы можем сделать вывод, и мы понимаем, о каких районах на юге он говорит. Явно это не Кагул и не Чемишлия, мне кажется, по статистике, по опросам как минимум. И я вот думал, а если задать себе вопрос, а почему, то есть, почему так? И я пришел к одному достаточно логическому выводу, то, что, а вопрос, а что государство сделало для интеграции гагаузов в молдавское общество? Ну, то есть даже сейчас был у нас один, да, то есть недалекий президент, приезжал он туда в Гагаузию, говорил фейки, разводил пропаганду, выходил в прямой эфир на НТВ, люди его смотрели, аплодировали, будем жить хорошо. Но по сути он тоже ничего не делал для интеграции, его просто слушали. Сейчас тоже ничего не делается для интеграции, но мы хотим, чтобы ситуация изменилась. Но в это время ничего мы не делаем. Я тоже понимаю, что сейчас у правительства, у всех ряд других проблем, и, естественно, гагаузы, интеграция, они на первом месте, но 30 лет независимости за 30 лет, по сути, если мы смотрим, я не могу сказать, что сильно что-то изменилось. Естественно... Миша, можно я тебе вот скажу? Хорошо, вот мы с тобой повозмущаемся, ты повозмущаемся, мы тут вместе повозмущаемся. А вот для того, чтобы случились изменения, надо элементарно понять, какие можно предпринять шаги. Как, например, ты, молодой человек, который живет в Гагаузии, написал бы официальное письмо Серебряну и сказал, пожалуйста, заметьте нас, сделайте что-нибудь, чтобы реинтегрировать. Ну, то есть нужно какие-то конкретные шаги. А то получается, что мы... Надо. Я как человек, который еще помимо этого работает в молодежной платформе межэтнической солидарности, могу тебе сказать, что есть документ государственный, он называется «План работы по интеграции». Его разрабатывает министерство. Второй документ – это документ Офиса ООН по правам человека. Это тоже рекомендации специального докладчика по правам меньшинств, которые есть у государства. Третий документ – это рекомендации ОБСЕ по правам, Верховного комиссариата ОБСЕ по правам меньшинств. Они тоже есть. По этим документам пишется огромное количество проектов и работает гражданское общество. Но государство ждет, чтобы гражданское общество это делало, не прилагая абсолютно никаких усилий. То есть, ну... Я думаю, что если бы гражданское общество вместе с государством начали над этим работать, возможно, ситуация бы изменилась намного, ну, то есть в лучшую сторону. Но это уже такие другие вопросы. Ну, давай будем надеяться, что сейчас война закончится, и вот прям приоритетом станет включительно отношение к ГГУ. Миша, мы с ним тормел. Пишем мобиле. Но не ведем с имбата витуаре. Винере. Пардон, винере, витуаре. Da, uite, țin minte, discutam data trecută despre pedepse pentru un NTV care...